В Подмосковье запустили специальный автобус, который собирает помощь для участников специальной военной операции. Он начал курсировать 18 декабря и до конца следующей недели посетит 8 городов. Маршрут микроавтобуса был проложен и в городском округе Люберцы. Надпись на этом микроавтобусе «Сбор помощи для наших защитников» привлекает внимание прохожих. К мобильному пункту приема периодически подходят люди разных возрастов. Сегодня каждый старается помочь в меру своих возможностей. Элементарно, все-таки Новый год, поэтому чай, кофе, конфеты, шоколадка. Ну, такое, в общем-то, оно элементарно в обычной жизни, но не знаем, чем можем, тем поможем. Помощь нужна любая, причем не только продовольственная. От спичек и зажигалок до спальных мешков и портативных газовых горелок. Благотворительную акцию организовали волонтеры Подмосковья совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций, а также Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В наше время тяжелое для нашей страны. Всем важно помогать, даже какой-то мелочью тем же самым. Просто подойти, помочь или сделать что-то приятное, вышить что-то, какие-то записочки, носочки. То есть для многих людей это будет ничего значить, а солдатам будет это очень приятно, поскольку они защищают нашу страну. Собранную помощь сначала отправят на склад в Балашиху. Там она будет отсортирована и упакована волонтерами, а затем направлена в места дислокации российских военнослужащих, в том числе на передовую. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.